Карагандинской области экологи оштрафовали компанию «Алтайполиметаллы» за ненадлежащую работу комплекса очистки сточных вод. Промышленному предприятию придется выплатить государству более 300 миллионов тенге за сброс фекалий на открытый рельеф. Проверку открыли после волны возмущения жителей Каркаралинского района. В местной прокуратуре и в региональном департаменте экологии выявили ряд нарушений. У предприятия не было разрешения на эмиссии в окружающую среду. Специализированный межрайонный экономический суд, рассмотрев дурно пахнущую историю, постановил устранить все нарушения, приостановив работу очистных сооружений. И, как сегодня стало известно, компания оплатила штраф в полном объеме. Согласно поручению прокуратуры Каркаралинского района, департаментом экологии по Карагандинской области была проведена внеплановая проверка в отношении ТО «Алтайполиметаллы». В ходе проверки было установлено, что предприятие без разрешения сбрасывает сточные воды на рельеф местности.